Итак, я приветствую вас на канале от Татьяны с любовью. Я к вам сегодня снова с заготовками огурцов. У меня опять наросло огурцов, хотя ночи и холодные, растут они уже немножко потише, но все равно их в большом избытке. И я забыла с вами поделиться еще одним очень изумительным рецептом соленых огурцов под капроновые крышечки. Рецепт такой вкусный и настолько простой в исполнении. Все сейчас расскажу и покажу. Поехали! Рецепт очень простой, поэтому нам потребуются только огурцы, листья хрена, банка, соль, сахар и крышки. Под пластмассовые крышки, вот под такие. Хотите, можно под такие. Но я обычно использую вот такие для горячего закрывания. Так, сначала давайте заделаем баночки, а потом уже выставим соль, сахар и покажу, что делать дальше. Значит, берем листья хрена. Если у вас листочек большой, я вот эту вот часть вот так отрезаю. Ну, то есть откладываю, но она плохо гнется. Разрезаю вот так листочек пополам. Можете вот эту часть тоже вырезать. Но я как делаю? Вот если я вырезаю вот эти вот стебелечки, я их так сразу вот покрошу в банку просто. Ну, для вкуса, и они придают твердость огурцам. Вот так вот сюда брошу, чтобы, ну, не пропадало. А сами листочки беру вот так вот огурчик и закручиваю. Прям вот так вот берете, раз, и в листочек закрутили. Если большой листочек, можете оборвать. Вот так будет достаточно. Берете следующий огурчик и опять закрутили. Вот так. Если огурец покрупнее взяли, я вот так вот делаю, раз. То есть весь листочек, все, закрутили. И вот таким вот образом будем закручивать все огурчики. Я сразу укладываю в банку их. Вот. Раз, вот так вот. И поехали. Вот так. И таким образом укладываю все огурцы. Укладывать лучше их лежа, вот так. Потому что если будете их ставить, то листочек раскрутится у вас, будет неудобно. Укладывайте лучше лежа. Есть молодые вот такие листочки, допустим, хрена. Можете использовать целиком его, если молодой. И опять сюда раз, ну, чтобы не пропадало. Допустим, побольше взяли огурчики, закрутили. Но он, видите, он все равно, вот если вы будете вот так вот, он все равно вот по твердому месту, вот по этому, по стебелечку он ломается. А так, когда вы вырежете стебелечек, листочек же мягонький, и крутить намного удобнее. Я обычно вот так раз, раз, все. Вот. А этот убираю. И все. А, он быстро крутится. Это когда объясняешь, показываешь долго. А так-то... Вот и все. Вот. У кого еще много хрена, это вообще... И хрен используйте. И быстро хорошо закручивается. Видите, вот оно мешается. Лучше убирать. Все. А этот опять я... Туда просто помельче. Раз, раз и все. Все, давайте заполняем все наши баночки. Сколько огурчиков у вас есть. Я как все сделаю. И с вами встретимся, покажу, что будем делать дальше. У меня получилось 5 баночек. Сверху на каждую баночку я 3 зубчика чеснока искрошила слайсами и вот так вот положила. Вот видите, как баночки. Вот так вот выглядят они. И поставила... Ну вот, в тарелочку, на подносике куда-то, потому что, когда мы будем заливать водой, вода должна бежать, то есть должно быть с горкой воды. Поэтому, ну, чтобы не залить весь стол, вот так вот поставьте в какую-нибудь посуду. Сейчас в каждую баночку мы будем класть соль. Вот такую вот. Я специально из пачки вот так вот кладу ее, чтобы вы видели. Вот так вот я беру, вот так. Раз.
два, три. Не то, что совсем сильно с горкой, но с горкой, с небольшой, как говорится. Три столовые ложки соли на 3-литровую банку. Вот так вот в каждую баночку и кладете. Вот так, соль положили. Теперь сахарный песок. 1,5 столовые ложки. Опять вот так вот раз. И вот так пол ложечки. И опять раз. И вот так пол ложечки. На 3-литровую банку. Я так и напишу внизу в рецепте, под видео рецепт оставлю на 3-литровую банку. Но я такие огурцы всегда делаю только в 3-литровой банке. Потому что если в литровой, то их войдет совсем немного. Так как ведь листья хрена занимают определенное количество, будет занимать площади. Поэтому и огурцов войдет туда не такое как бы количество. Поэтому я всегда делаю в 3-литровых банках. Когда вы даже баночку откроете, то она будет стоять очень хорошо. У меня на газу стоит простая вода, и я простой водой, кипятком, заливаю огурцы. Ничего в этой воде нет. Но я с газа не убираю, а просто беру вот так вот оттуда. Убавила газ, чтобы сильно не кипело, и заливаю кипятком. И вот тут вот и нужно, чтобы было с самой горочкой. Во, вот так. Сейчас беру крышку, оп, утонула, которая вот это вот на горячее одевается. И вот так вот одеваю. Будьте аккуратны, кипяток же, все. Все, вот поэтому водичка сюда вот у меня на подносике убегает. Итак, поступаем со всеми баночками. Баночки залили, крышечками закрыли. Еще забыла вам один нюанс указать, что огурчиков я накладываю не полную банку, а вот так вот приблизительно. Потому что сейчас огурцы, постояв немножко, воду в себя впитают, и воды будет вот так вот рассола, то есть, да, в банке. И чтобы огурчики, которые у нас есть, не остались наверху без рассола, мы вот так вот немножко не доливаем, чтобы рассола хватило, то есть на все огурцы, и сверху огурцов не было. Если вы хотите, что вы увидите, допустим, что у вас рассола много, огурцы впитали, да, то можете сделать в холодной воде такой раствор, значит, на 1 литр воды 1 столовая ложка соли с хорошей горкой. Размешивайте, размешивайте, размешивайте хорошо. Спуститесь в погреб, откройте баночку, дольете и закройте крышечку обратно. Сейчас эти огурчики у нас будут стоять, ну, часов 10-12, вот так вот, чтобы они приостыли. И сразу же спускайте в холодное место. Вот это обязательное условие. Должны они храниться в холодном месте. Готовы эти огурцы будут примерно через месяц. Но стоят они не один год. Я, когда первый раз сделала, я про них даже, честно сказать, знаете, в погребе много всего забыла. И на второй год я баночку еще нашла этих огурцов. Даже не поверите, как будто это вообще только свеженькие огурчики закатаны, соленые, хрустящие, изумительные огурцы. Удачных вам заготовок и приятного аппетита! Открыв вот такую вот баночку огурцов зимой, вот вы действительно проглотите язык от удовольствия, потому что это такие вкусные, соленые, именно соленые огурцы получаются. Они хрустящие очень. Не бойтесь, что там есть сахар. Это тут такой рецепт, вот какой вот он есть, вот так его и делайте. Не нужно туда добавлять больше ничего. Все, что нужно, я вам рассказала. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки, не забывайте подписаться на мой канал. А я, как всегда, желаю вам всего самого хорошего и доброго. С вами была ваша Татьяна. Пока-пока!